На одной из программ мне девушка подарила свой сборник, Татьяна Хатина. Вот там было такое стихотворение. Я написал мелодию. Называется «Слишком поздно». Живем, жонглируя годами, страшась, куда они летят. Так иногда прижаться к маме все каждой клеточкой хотят. Увидеть добрые морщинки, что не привыкли замечать. Стереть из глаз печали льдинки и к сердцу надолго прижать. Больная одинока старость, дай бог, что это не придет. Всю жизнь вам, мать, какая малость, по каплям жизнь свою дает. Придет пора, когда согреться, не сможете ее теплом. Тогда защемит болью сердце, но поздно помните о том. Придет пора, когда согреться, не сможете ее теплом. Тогда защемит болью сердце, но поздно помните о том. Спасибо вам большое. Вот это, наверное, вырежет, поскольку, наверное, покажется такой немножко рекламой. Вот. Но я вообще скучал по вашей передаче. Я скучал, действительно. Ну, вот, потому что то, что повышает настроение, без снижения некого уровня культуры, вот, это стоит дорогого. Поэтому я сегодня прервал обсуждение проблем коррупции, понимаете, да, и, соответственно, полетел для того, чтобы вот так вот немножко тоже, соответственно, к вашей славе чуть присоседиться. Я надеюсь, что программа надолго задержится на телевидении. Ой, как мы-то надеемся. Спасибо большое. Может, с вашей легкой руки в том числе.